Уважаемый господин премьер-министр, мы, как и договаривались при встрече в Казахстане, встречаемся сегодня в Сочи. Сочи как место встречи тоже выбрано вами и президентом Алиевым. Но мы уже неоднократно здесь встречались в таком формате. Прошу прощения за осеннюю погоду, но ничего не поделаешь, осень есть осень. Главное не в этом, главное, что есть возможность встретиться, поговорить.